Привет, вы на канале My Best Pony. В этом видеоролике я расскажу о Эмби. 2 месяца назад ко мне приехала посылка с Эмби и Сюзидни. Тогда, 10 себе Эмби, я поселил сам отдельный Эмбикарий, видео на канале есть. И одну самку в отдельную пробирку, чтобы понаблюдать за развитием с нуля. Буквально через 2-3 дня она отложила первые яйца, и еще через 35 дней появились снимки, то есть маленькие Эмби. В этом видеоролике я буду переселять его вот в такой контейнер. Это контейнер с вентиляцией и крышкой из оргстекла, сделанный на заказ. Я наливаю немного гипса и размещаю там пробирку. Гипс служит не только для того, чтобы зафиксировать пробирку внутри контейнера, а также для поддержания нужной влажности. Также буду использовать мокс-сфагнум. Эмби могут им не только жить, но и питаться им при желании. И обрезки вот такой пробки от вина. Она больше для красоты, но и в ней Эмби также могут жить. Вообще, как я понял, вид Эмби Асавидни достаточно неприхотлив и может жить даже в бумаге. Примерно вот так у меня получилось. Сильно забрасывать все мхом и пробками я не стал, хочется понаблюдать за Эмби. Не знаю, сколько их точно в пробирке, возможно 40-50, но им там уже явно тесно. Конечно, Эмби нужно кормить. Для этого хорошо подходит вот такой кошачий корм. У меня Вискас. Как я понял, они едят вообще любой, но лучше использовать тот, что содержит овощи. Ну, конечно, от свежих овощей они также не откажутся, например, от свежей морковки. Я размещаю кусочек корма недалеко от входа в пробирку и открываю ее. Немного расскажу о самих эмбиях. После оплодотворения самка откладывает яйца через 3-5 дней, собственно, как произошло у меня. За один раз она может отложить примерно 60 яиц. То, кстати, достаточно много. От яйца до нимфы, то есть маленькой эмби, проходит чуть больше месяца. А вот от нимфы до имага, то есть взрослой эмби, проходит по-разному. У самок около 100 дней, у самцов пару месяцев. Срок жизни также различается. Самка живет практически целый год, а вот самцы месяц. Как вы видите, буквально через пару дней Эмби заплели первый кусочек корма и съели его. Я размещаю неподалеку второй, чтобы они проложили проход до него. Но Эмби оказались не настолько глупыми. Они просто пододвинули кусочек корма поближе к своим ходам, а новые прокладывать не стали. Зато во мху они проложили кучу ходов. Вы можете наблюдать их сейчас. Они боятся солнечного света и сниматься не особо любят. В данный момент определить, кто самка, кто самец, нельзя. Эмби еще маленький. А вот когда у самцов появятся зачатки крыльев, собственно сами крылья, уже будет понятно, ведь самки не имеют крыльев. Думаю, уже через практически месяц появятся новые яйца, а значит и новое поколение Эмби. На этом все, всем пока, вы были на канале My Best Pony.